собралась варить. Как раз они часок постоят. Так, раз, два, три, четыре ложки. Раки живые. Были у меня на балконе. Сейчас я их перечищу, как обычно. Кто-то написал, что раков не чистят. Это я уже который раз повторяю. Говорю, ну, ради бога, ну, не чистят, не чистят. Я же не против. Кто-то чистит, кто-то не чистит. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У нас есть всегда свобода выбора. Я предпочитаю чищенных. Помытые они у меня уже. Еще мне написали, мол, мы варим, говорит, кладем их в холодную воду, и потом нагревается вода постепенно, и они умирают и варятся. Мне кажется, это еще более живодерский способ, нежели вырвать за секунду до варки кишку и сразу окунуть в кипящую воду. Наверное, тоже варить всех не буду, много слишком. Еще завтра можно оставить. Они спокойно живут на балконе, в этом, в коробке, в моем, в коробке, как он называется. Не коробок, вот здесь. Чувствуют себя замечательнейше. Прямо таких бодрых-бодрых оставлю на завтра. Те, которые сонные, сегодня не фигачу. Эти ползают все. Все ползают, но есть менее бодрые, есть прям очень бодрые. Но они живые при этом. Светик, ты уходишь? Гулять? Живой, нет? По-моему, он не живой. Не живой. Все не вместятся точно сегодня. Все в эту кастрюлю не вместятся. Или вместятся, сейчас посмотрим. Запихаем, да?
Так, жду, пока чуть-чуть нагреется, закипит вода. Да, в месяц. Это кастрюля 6-литровая. Месяц буду запихивать. Спрашивали, какие на вкус раки. Похожи на креветок, но только более нежное мясо, что ли, мне кажется, вот так. Если очень долго варить, то такое рыхлое невкусное мясо. Если недолго варить, то нежное вкусное. Мне больше нравится, когда недолго вареные. Может, даже пусть они закипят и выключать, они все равно будут настаиваться. Вниз головой всегда, чтобы максимально быстро они начали вариться, да? Здесь у меня укроп сейчас и соль. Можно вообще-то вареных и заморозить. Такое тоже практикуют. Но я как-то пробовала, Лена пробовала, они как будто сухие такие, не очень получаются. Как по типу креветки морозят, да, отварные. Потом красные нам продают. Вот так же пытались мы заморозить и попробовать, как они будут, когда замороженные. Но мне, честно говорю, показались рыхлые какие-то, ну не такие, мне не очень. Если, может быть, одну минуту приварить, там две, а потом в герметичный, ну и то мы в герметичный вроде ставили, все равно не то. Свежеваренные раки гораздо вкуснее, чем если они там были когда-то сварены, заморожены, еще с ними какие-то манипуляции происходили. Шесть литров кастрюля. Ну, можно считать, что они все у меня здесь уместились. Сейчас сварятся, никуда не денутся. Большая кастрюлька, вместительная красотка. Все, друзья мои, чуть-чуть водки добавлю, масла добавлять не буду. Ждем, пока сварится.